Друзья, всем привет! Наконец-то пришло время для нового проекта. Проект под названием «Перекуп». И первая подопытная тачка, которую я приобрел под него. Ну, встречайте, это тренажка. Эта машина 2006 года. Давайте заглянем под капот. Тут стоит самый обычный жигулевский мотор, восьмиклапанный. Неплохой аккумулятор, даже горит зеленым. Ну, в принципе, и все. Больше тут сказать нечего. Тут все обычно. Теперь заценим багажник. Как видим, запаска лежит в комплекте и абсолютно все обработано. Смотрим дальше. По салону у нас все на крепкую четверку. Просто огромные двери. Кстати, в них установлены колонки Пионер. Также на двух дверях есть электростеклоподъемники. Даже работает ручник. Теперь пройдемся по кузову. Мне понравилась эта тачка, потому что в ней нет ни одной дырки. Задние арки тут переварены, что с одной, что с другой стороны. Также переварено сзади вот это место. Передние крылья тоже немножко смятинами. Также имеются вот такие места, с двух сторон. Машина была куплена на летней резине. Также в комплекте шла новая зимняя резина на штампах. Бывший хозяин сказал, что он на ней ездил всего один месяц. Теперь насчет днища. Сзади все отлично, нет ни единой ржавчины. Спереди автомобиля тоже все более-менее хорошо. Но нужно приварить заплатку вот в этом месте. И тут, потому что железо наварено с той стороны. Также нужно купить новые молдинги и установить их. Пробег в этой тачке 160 тысяч километров. Пороги тут также недавно переваривались. А купил я эту тачку всего за 45 тысяч рублей. Итак, какие работы будут проводиться с этой машиной? Первое, это заварить три заплатки на днище и полностью обработать его. Второе, привести в порядок салон, одеть новые чехлы и поставить музыку. И самое главное, что произойдет с этой тачкой, это то, что она будет полностью перекрашена. Но это уже совсем отдельная история. Также помыть подкапотное пространство и одеть декоративную крышку на двигатель. В общем, работать над ней я начну уже совсем-совсем скоро. Так что ждем, будет по-любому очень интересно.